В филиале Висегенской публичной библиотеки открылась художественная выставка под названием «Зимние фантазии». В экспозиции представлены необычные работы учеников известных в нашем городе педагогов и художников Ольги и Юрия Калининых. Сегодня открывается выставка у нас в галерее дипломников, наших учеников и замечательных художниц клуба «Отражение души». Премьера выставки состоялась год назад. Сейчас на бис, скажем так. И, в общем-то, эта выставка достойна этого. Она интересная, нестандартная. И, вы знаете, одним из методов научиться рисовать является копирование. Копирование, срисовывание. И, в общем-то, для нашей выставки вдохновением послужили очень известные мировые художники. И когда ученик копирует работы знаменитого мастера, он, конечно, и учится мастерству, и учится этой технике, и в то же время привносит свое, естественно, свои какие-то элементы, ну, свою душу вкладывает, и получается что-то новое. Работа по-новому начинает играть. И эта выставка, она, знаете, отличается чем? Она сделана в одной гамме золотисто-бежево-шоколадной. И кроме этого еще выполнены учениками рамы в стиле барокко, орнамент. И все это, конечно, вот такую, знаете, придало теплоту, и от работ прямо исходит тепло. Поэтому вот сейчас рождественские, правда, небольшие морозы, но, пожалуйста, приглашаем всех, прогуляйтесь, придите в галерею погреться, получить заряд творческой энергии. И вы знаете, еще у меня есть такое золотое правило, когда я говорю ученикам, когда вы творите, обязательно работа должна нравиться создателю. Если работа нравится создателю, тогда она понравится и зрителю. Поэтому все для вас, дорогие жители нашего города. Приходите, наслаждайтесь и поднимайте себе настроение. Ждем. Ольга и Юрий Калинины не один год преподают живопись в Висегенской академии творчества и искусств. Эта семья художников воспитала не одно поколение творческих людей как молодого, так и преклонного возраста. Дочери педагогов Варвара и Таисия тоже стали художницами. На открытие выставки собрались авторы работ и многолетние участницы художественного клуба «Отражение души». Они тепло пообщались между собой, обсудили выставленные работы и поделились творческими планами на будущее. Выставка «Зимние фантазии» будет работать до 7 февраля. Приходите!